А что у вас за шапочка? Зачем она нужна? При первых попытках удается... Это портативный электроэнцефалограф. Что-что? Это портативный электроэнцефалограф. А что он делает? Возбуждение мозга в разных участках электропотенциала и передает То есть снимает информацию с мозга и передает в компьютер? Да. А компьютер на основе этой информации вычисляет активность различных ритмов мозга. Ну, знаете, альфа, бета, гамма. Они довольно популярны. А текст уже можно вводить мыслями? Текст, ну, можно привязать к набору текста, если, например, сделать с помощью программы Dash, знаете, которая позволяет выбирать буквы. А, ну, то есть думать, как будто пишешь или как? Нет, выбирать буквы. То есть именно думать, я понял, и чтобы компьютер распознавал буквы, это пока сложно. Это технические сложности представляют. Круто.